Встреча по-олимпийски. Сегодня финансовые полицейские Караганды чествовали золотого медалиста лондонских игр Серика Сапиева. Вместе со спортсменом в гостях у блюстителей закона был и тренер боксера Александр Стрельников. Наши журналисты тоже побывали в гостях у полицейских. Подробности в материале Анель Шалкарбек. Как оказалось, бой Серика Сапиева доставил удовольствие и работникам финансовой полиции, среди которых оказалось немало любителей этого вида спорта. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Именно с этой знакомой всем фразы начал свою речь тренер спортсмена. Труд и сила воли помогли стать Серику сильнейшим боксером в мире, говорит Александр Стрельников. Подъем, тренировка, теоретические занятия. Распорядок дня спортсмена довольно-таки схож с режимом представителей правоохранительных органов, отметил тренер. Как у солдата мечта стать генералом, так у любого спортсмена стать олимпийским чемпионом. Поэтому спасибо вам большое за поддержку, за теплую встречу. Мы очень рады, что доставили вам удовольствие. Спасибо большое. Серик Сапиев также не остался в стороне. Он выразил благодарность за теплый прием и, конечно же, за поддержку. Последнее, кстати, сильно ощущалось в стране Туманного Альбиона. Есть алмаз добывает, а уже ювелиры этот алмаз уже огорняет, да? И вот тренер из меня сделал. Я был как алмаз просто целый. Тренер сделал огранку, и вот получилось. В заключение встречи работники департамента вручили памятные подарки своим гостям. Они, в свою очередь, оставили на память значки олимпийских видов спорта и пару боксерских перчаток. Очень рад встрече с департаментом финансовой полиции. Всегда приятно встречаться с земляками, рассказывать о своих впечатлениях. Постараемся и дальше радовать своими победами. Анель Шалкарбек, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.